И сейчас никто вам не скажет, что такое современная архитектура. Вот это современное, а вот это несовременное. Потому что строят все, что угодно. Что это за пространство такое? Для чего оно? Не думайте, что вы собственник большой. Тут я собственник всего этого километра. Это все не с неба свалилось. Что это кто-то придумал и сделал. Любознательный будет у вас сын. Ученый. А вы с самого начала, когда, наверное, построили этот дом, здесь живете? 63-го года. Ведь пятиэтажки, они на сколько? На 60 лет вообще-то предполагали? Или на 25, сказали. На 25? Да. Уже вместо Сталина стал Хрущев, да? Он все время говорил, в 80-м году мы будем жить при коммунизме. И мы поняли, что нам нужно готовиться. Нам нужно поднять, какой город, коммунистический город должен быть. Это не просто проекты. А это подход к делу. Как? Не просто город, а город, связанный с линиями расселения. Это была целая философия. Вот эту загогулину, это я придумал. Это же город. Это вот центр, тут вот наука и образование, потом идет больше науки, потом разработки, потом... И вот это вот тут уже производство материальное. Мы пытались понять, что такое коммунизм. И как вот, где будут жить люди, где они будут работать, где будут их дети, где они будут встречаться. Мы все были на ЖОСе. Факультет «Жилые общественные здания». А вот о городе. А какой будет город? А что за город? Вообще что? Ну и стали придумывать. Это пространственно-временная модель. Она применима везде. Если вместо этих шариков вместо поставить неры, то общение между жителями одного нера с другим нером тоже можно выразить в такой модели. Очень внятно мы все нарисовали. Многообразие поселений, да? Вот, допустим, начинается Москва, а дальше новый НР, а дальше встреча с историческим городом, а где-то вот сельские поселения. И вот это вот и называется русло, которое идет аж до Владивостока. Является градостроительной структурой соотношения разных функциональных сооружений в одном поселении.
сделано. А что утопии? Никакой не утопии. Я уверен, что это все будет сделано. Привет. Как хорошо, что пришла. Молодец.